Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова новогодний рецепт. Это самый-самый новогодний салат, какой только можно придумать. Это, конечно же, оливье. Но мы будем готовить его совсем не так, как все привыкли. Здесь нет ни колбасы, ни мяса, ни даже курицы. Рецепт смотрите дальше. Все расскажу подробно. Во-первых, вместо консервированного горошка мы возьмем свежий, ну точнее замороженный. Его нужно приготовить по инструкции на упаковке. Я потушила его 10 минут под крышкой. Теперь берем свежий огурец и режем его мелким кубиком. Да, огурец мы будем брать свежий, а не соленый и даже не маринованный. В этом и вся фишка моего рецепта. Честно сказать, когда я впервые пробовала оливье по этому рецепту, у меня тоже были сомнения. Но теперь это мой любимый вариант этого прекрасного салата. Дальше все по классике. Берем картофель и нарезаем его мелким кубиком. Но картофель здесь я беру не вареный, а запеченный в духовке. Собственно, как и морковь. И вообще все овощи для салатов я всегда именно запекаю, а не готовлю в микроволновке или в кастрюле на плите. Так получается намного вкуснее. Как запечь овощи в духовке? Нужно их помыть, очистить от кожуры. Это удобнее делать сразу. Каждый овощ завернуть в фольгу и готовить при температуре 200 градусов до мягкости овощей. Все овощи готовятся по-разному. Ну, например, маленькая морковка может запекаться 20 минут, а крупная все 40. Теперь берем вареные яйца и тоже мелко их рубим. Вот сварка яиц, у меня никаких секретов нет, просто кладем их в ковшик и варим на плите. Но только не переварите, нам нужен желтый, прекрасный желток. Если яйца готовить слишком долго, то желток становится резиновым и невкусным. Теперь берем свежий зеленый лук и нарезаем его на мелкие кружочки. Но здесь важный момент. Лук заранее в салат добавлять нельзя. Если вы положили лук в салатник, то весь этот салат желательно съесть в этот же день. Теперь берем слабосоленую рыбу, семгу, форель или ту, которая вам больше нравится, и нарезаем ее мелким кубиком. Конечно, попутно вынимайте кости, если они там остались. Соединяем все ингредиенты в салатнике и добавляем остывший зеленый горошек, который мы варили в самом начале. Заправляем салат майонезом, лучше всего, конечно же, домашним, и хорошенько все это перемешиваем. Я очень люблю подавать салат оливье порционно, не в большом салатнике, а на маленьких тарелочках. Для этого я использую вот такое вот специальное кольцо. Оно продается, кстати, практически в любых супермаркетах. Вот такая красота у нас получается. Готовый салат можно украсить свежей зеленью. Друзья, этот салат просто невероятно вкусный. Когда я первый раз пробовала оливье с рыбой и со свежим огурцом, я тоже немного сомневалась, но с тех пор готовлю его именно так, и это наш любимый салат на новогоднем столе. Поэтому я честно рекомендую вам попробовать хотя бы раз приготовить оливье именно по этому рецепту и обязательно со свежим огурцом и замороженным зеленым горошком. Не консервированным, а именно замороженным. Вы точно увидите разницу. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.